Звучит классно. Что хочется дополнить, я все-таки вот сейчас анализирую и понимаю, что все-таки музыка, если даже она наполнена какой-то болью, если она исполнена очень сильно и душевно, она побеждает. Может быть, сейчас не сразу побеждает, но через время. Это вот самый яркий пример, это композиция «War» Александровна. То есть она столько сильно душевно исполнена, но, конечно, она не сразу смогла победить, но в конце концов самоотдача и душевность к какому-то состоянию, она мне до сих пор близка, несмотря ни на что. Что-то ребят сразу там положили, я поэтому с ними и не поехал, как говорится. Знаем, проходили там прострельное место, если стволов много, то говорится. По мне тут бьют. Легко отделались легким испугом. Вот. Легким испугом. Так, хорошо, хорошо вгрузили. Но они тоже хорошо вгружают. У нас что-то артиллеристы, ну, не добили. Там, правда, 30 хп добивать так себе. Он, видать, на перезарядке, но вот он добрал. Правда, он мог открыть свою позицию за это, но это уже нюансы, да? Надо бы с одной стороны туда прорваться, добить тех ребят, но тогда будут те стрелять. Есть вот в этом нюанс. Ну что, рискнем, давайте рискнем. Я поехал.
Братюнь, я поехал. Братюнь, я поехал. Ладно. Лучше пока вот так оставаться здесь. Сейчас перезарядимся и попробуем там еще кого-нибудь покусать. Ох, если там стоит танк, а я на перезарядке. Будет весело. Но рискнуть стоит. 4 снаряда лучше, чем 2. Поменял позишн. Еще 7 секунд счастья. Рвусь по периферии. Снося все на своем пути. Надеюсь. Их двое, вроде они там вдали стоят, прячутся. Интересно, где заныкались? Так, готов? За фрагом, по сути, съездили. 3 снаряда, но это достаточно, чтобы добить. Надо его выискивать. Скорее всего, где-нибудь в траншее прячется. Интересно, но его не видать. Ты заныкался так, заныкался. Опа. Я тебе показал, откуда он подбил. Надо бы на горку заехать, оттуда легче будет бить. Думаешь, за камнем прячется? Так уже его обнаружил. Это весело. Но опять всех надурил.
Иду на захват. Ну просто смысла нет, он прячется хорошо. То есть надо его выискивать. Уже перезарядиться бы успел. Все, победили. Ну, он хорошо гныкается. Смотрите, сколько нас осталось, а он до сих пор где-то прячется. Молодец. Так редко кто умеет. Когда за тобой куча ездит. Второй ранг. Второй ранг. Нам обошелся в 40 тысяч серебра.